Кентуха жив? Меня только этот вопрос пока интересует. Пока что еще да. А, алло! Пацаны, что за фигня? Да блин! Кентуха загнан в угол. Где? Блин. Найс! Кентуху забрал! Это просто самое затратное видео в истории этих видео. Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе прямо. Сегодня я буду покупать скины, из которых меня замочат ютуберы. Но есть одно небольшое но. Так, вначале, ютуберы, поздоровайтесь. Всем алембо. Здарова всем. Всем добре, чуваки. А знаете, какое одно небольшое но? То, что я буду покупать 100-трековские версии скинов, с которых меня замочат. Блин, ребят, мне страшно. Все, я перехожу в отдельный войс. Я желаю вам проиграть. Я желаю тебе проиграть. Я один остался, все, пацаны, давайте. Так, братва, прожмите лайк, подпишитесь на мой канал. Это какой-то фиаско. Минус Тобовин. Он тут, пацаны, он тут. Я выехал. Танечек, давай. Он опять заряжен на скилл сегодня. Нет, у меня патронов нет. Нет, прошу, не надо пушить. Так, ребят, я один, их трое. Тамарткул, отвечай, Тамарткул. Нет. Тэг 9 фейбл. Фух. Ну, в принципе, это еще не супер дорого, поэтому в первом раунде мне повезло. Пацаны, а чего вы не зажали в толпой? Ну, я зажимал, там еще тиммейт помог. Ну что, братва, посмотрите, сколько у меня голдишки. И это все на это видео. И я боюсь, что даже не хватит. Ну что же, первый скинчик. Чиназис. Дзынь. Купили. Надеюсь, больше сливаться не буду. Так, ребятки, погнали дальше. Блин, как же это жестко. Так, ну чё? Чё-то в нашей команде вообще никто не играет. Это полная фиаско. Так, надеюсь, меня никто не прострелит. Потому что это будет очень видно. Так, пацаны, идите первый, я у мамы один. Ой-ой-ой, на моих глазах у чела челюха отлетела. Не, Кентуха пикать не будет. Он где-то... О. Подсадку даю. Не даю. Давай, брат. Дай подсадку на мид. Что-то у Кентухи тиммейты вообще сегодня АФК стоят как будто. Какие же они все нубы. Я отвечаю, мне стрёмно. Мать моя женщина. Я один остался. Блин. АВМ хуни ты чё. А это был не Кент, чё. А я ничего не понимаю, где. Кент последний, тут. Но ускопить жестокий просто. Он сейчас статрек, и сколько этот авик статрек стоит, интересно. Найс. Голды 1000, наверное. Обалдеть! Он же супер дорогой статрековский. Куда? Косарь! Обалдеть! Окей, пацаны. Минус косарик. Пожелайте мне удачи. Ух, ну слушай, ну в принципе пока что идем нормально. Не супер много потратили. Все, вперед в катку. Так, ну что же, раунд номер 3. И я могу вам сказать только одно, это просто полный фиаско. У меня просто не команда, у меня боты. А вот Тобовин, наоборот, играет в 5 кд. Зашибись. Повезло маленькому. О нет, я хочу жить к маме. Опа, минус Тарткул, найсик. Да ё-моё, они вдвоем, Кентуха, под апсами. А не вышло арком меня забрать. Так, ребят, слушай, у меня есть гениальная идея, давайте-ка я им зайду в спину. А где все? Ну почему у меня команда такая слабая? За что? Опа. Наказывайте. Там слева в апсах. Я думал, чего фкашет. Ха-ха-ха, минус Рикардик, найс. Проснулся не вовремя. Давай его. Ну ё! Ребят, 2 в 2 играем, ура! Возможно! Я даже заберу этот раунд! А, кстати, да, если кто будет спрашивать, почему мы играем в ЗБ, а не в ММ, потому что мы просто не могли все вместе быть в разных командах! До свидания, родненький ты мой. Не, ну ребят, ну как будто хэштег не погано. В 2 кд вышел, папа! О, он сейчас его заберет с твоего авика, смотри. Давай еще раз, минус 1000 голды, наверное. Так, ребят, ну вот как будто. Вот тут чел как будто справа, да? Чел, если ты не кибер. Да ты что, мой маленький? И, ребята, я прямо сейчас дефюжу. Я даже ничего не покупаю. Я не верю моим глазам. Не может быть. Оу, май, да. Так, я покупаю М60 мяч, а если он заберется с нее, то он купит статрек за 7000. Так, ну что же, в этом раунде хочу взять авик. Денег хватит? Конечно же, хватит! Я беру АВМ. Ой, ребят, я понимаю, что когда я беру АВМ, это может очень плохо закончиться, но я надеюсь, что не в этот раз. Чекай, какая тяжелая гантель в руках. О, да это вообще мужское оружие, ё-моё. У меня глок дорогущий, слушайте, давайте я вас этого глока заберу. Ребят, сейчас буду играть по тактике пиксель, по моей коронной. Я думаю, вы знаете всю эту тактику. Как он работает? Вот так стали? Никого. Вот так стали? Никого. Опа, Бовин! Их там двое. Еще бы на ножа посадить, было бы вообще хорошо. Что? Я ему минус 71 дал. Пацаны, он в темочке, Кентуха. Так, тактика пиксель. Ой-ой-ой. Блин, я надеюсь, на хаешку не кинут, иначе мне габелла. Спина, чел! Тут чел! А-а-а! Да!
Чё я дал? Это не кентуха, Рикардо, вон он прямо. Рикардо, я даю флеш. Еще патроны. Он 10 хп. На, блин, на скопочку просто повесил. Вот это я раздаю на узумы жесткие. Ребят, сегодня тупо мой день, отвечаю. Но АВМ Кингс меня замочил рандом. Блин, ох уж этот долбанный рандом. О, вот это то, что надо. Ну так хотя бы не обидно, нормально. Слушайте, ребят, пока что супер экономно выходит. Но посмотрим, что будет дальше. Ну что, у нас осталось 2 тиммейта против одного Аркула и... Вашу Машу, чувак! Сережа! Сереженька! О, пацаны! Серега! А, это их двое, а у нас один Сережа. Сереженька, играй! Какой же он нуб. Смотрите, как он играет. Как он победил, я не понимаю. Но мы как-то даже камбэчим. Мы камбэчим. Так, ребят, ну пока что видео, слушай, ну прям не супер затратное. Это очень даже хорошо. Потому что я пока что, ну, не стану нищим. Вы понимаете, покупать статрековскую версию скина. А она стоит чаще всего в 10 раз дороже. Я жив или нет? Ой, хорошо залетело. О, нормально, я жив. Найсик. Префаем. Нет! АКР Ворм? Меня забрали с АКР Ворма? Да ты шо? Да блин. Ай, кинда забрали. Я думал, я его с хаешки хотя бы заберу. Ну и в связи с тем, что АКР Ворм статрека нету, я покупаю рандомный АКР и это... 1580, камон! Блин, вместо Кэрворма! 1580, чего? Так, ну что же, ребятки, прямо сейчас, слушайте, вот я как будто прям чувствую, что у меня игра идет хорошо. В отличие от моих тиммейтов. Трындец, тиммейт играет 0 на 4, 1 на 5, 1 на 5. Вот это, конечно, команда. Так, ну что? О, нет, Что? М60 меча! Там статрек-версия стоит 7к или сколько, она супер дорогая. Нет! Это моя флешка. Ой, минус киндуха с мечи. Найс. Я забрал. Вау! Сколько? М60 меча 8к! Нет! Нет, 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 нет! Это прям супер дорого. Все, ребята, я купил. Это просто весь мой бюджет. Опа! Здорово, родной! Иди сюда, иди ко мне. У тебя, наверное, интересно, где же я беру голдишку для подобных видеороликов? Ответ крайне прост. Конечно же, на болдропщике. Тем более, там можно тапать хомяка и получать за это бесплатные скины. И это не все. Также ты можешь бить мегалодона и получать за это бесплатные скины. Также добавили новую коллекцию кассиков. Ну и это не все. У меня для вас есть 3 бесплатных подарка. Первый на бесплатный сундучок. Второй на бесплатную энергию. И третий на дополнительный процентик. Ну, братья, хочешь быть таким богатым, как и я? Все нужны ссылочки снизу. Пух. Ребят, я, конечно, всякое ожидал, но я скажу вам честно, это тупо перебор! Я нищий! У меня еще и команда полных нубов! Так, ну что ж, давайте возьмем 4-1. Все, ребятки, давайте. И давайте как-то немножко играть по брейну. Так, ребят, собрались! Команда, Сережа, Поля! И кто там у нас еще? И УАТ... Блин, Челси, считаем им ником. Ребятки, собрались и тащим. Он в себя поверил, уже начал нас пушить жестко. Так, а ну погнали. Ну пикни, мид, ну хоть кто-то. Такс, вот мне кажется, сейчас кто-то будет тут, вот я отвечаю. А ну-ка, тактика пиксель. И никого нема, родненькие. Бояться. Кента нету в чемке. Он где-то в другом месте. Подожди, он значит где-то... ГГ. Ох, блин. Здорово, родной. Здорово, минус 2, хорошо. Ребят, играем 3 в 3, есть шанс на камбэк. Минус 4, найсик. Так что? Где он? Ну он что, бессмертен, сколько его прострелить надо? Минус 5. Но, блин, там в ребрах позицию не мог вспомнить. Стоп, их шестеро? Или я неправильно посчитал? Сколько твой авик стоит, ну-ка, справа. Осмотри. Блин, он уже справа. Зажим давай, прострельный зажим делай. Там у них какой-то дорогой авик! Там Арткул остался! О, он долбанный миллионер! Да просто пойнти, он не поверит. Где мой тиммейт? Чел, нет! Опять! Как же это дорого! Да! Хорош! Кентуха, покупай!
Да нет, да нет, да нет, да нет! Второй раз! Ну сколько можно? Ну камон! О, нет, это просто жесть. У меня симка на палике осталась, вы на приколе, вы адекватные! И посмотрите, что делает мой тиммейт. Ну просто посмотрите на эту игру. Бежит. Ну чувак, тебя сейчас замочит! О нет, это фиаско. Да, Фэйд? О, вот он сел, да ну нафиг, он сейчас раздает. Братанчик, не так быстро. Шалеть. Это вообще... Так, ну что, ребята, в этом раунде я беру АВМ. Блин, они что-то прям очень жестко играют. У них прям супер дорогие скины. Реально нищие уже. Все, экономим. Экономия. Ай-яй-яй. Да! Минус аркульчик. А-а-а! Кентуха с Абиком сидит в темке. Давайте, мочите его. Нет! М110 флоу! Обовен! Ну дай мне нормально выиграть хоть раз. Мочите его. Хедшотик выдал. Хорошо. Идемте покупать, окей, изи. Фух, ребята, после М60 меча это тупо перхоть. Купим на изичах, погнали дальше. Так, ну что же, счет 6-2, и я могу вам сказать только одно, но это счет, пацаны, прям полный фиаско, полнейшее. Слушай, у меня есть одна хитрая идея, а что если я прям сейчас вот так вот аккуратненько пойду сюда, на плантика? Подожди. Алло! Осторожно, там, ё-моё, ты такие... Найс, Рикардик. На, минус какой-то рандом. Тихонько, я минус 2 дал, хорошо идет игра. Вашу Машу, как же стрёмно остался Бовин. Нет, нет. Чел. Так, кто это? Угу, я что дал, клатч? Я клатч дал. Так попасть же, Данёк! Ну вы что, мужики, ну вы чё? Чего? Не, ну это было прям очень красиво, но, к сожалению, моя команда полный боты. Ребята собрались и мотивацию подняли, вы чё? Камон, ребятки. Слушай, я играю почти в 3КТ, ну как будто и неплохо, да? Ну нет. Мама, я хочу жить! Ой, я минус 2 дал, прикиньте. А, Кент последний? На КТ спавни. Кентуха! Нифига. Блин, он в ряд забирает просто. Еще жесткий, я прям не знаю, что со мной происходит. Минус 3 дал. Неужто я клатч дам? А моя команда вообще не играет или как? Пацаны, вы что вообще там не играете? Камон, я тупо в соло играю. На, флешечка прилетела. И меня выносит с АКР Ворма. Ух, спасибо, хотя бы не супер дорогой скин. Идем тебя покупать! Блин, ну у меня АКР 12 был. Ну, этот скин я куплю у себя в телеграм-канале. Так, ну что же, счет 7-3. И вот как будто, ребятки, ну надо попробовать. Ну хотя бы еще раунд забрать. У меня просто проблема, у меня тиммейт играет на втором месте 3-9. 3-9! Вы понимаете? Это вообще как? Как можно играть 3-9? Аркульчик. А, кентуха! Да он постоянно тут на этом, блин, спуске КТС обитает. Конечночка, сейчас по кому-то жестко залетит. Бабалин! Дробосфизинг! Нет, он очень дорогой статрековский, нет! Спуски КТС обитает. Вылетел. Все, ребята, это фиаско. 850? Камон, как дорого! Ничего себе! Эх, посмотрите, как играет мой тиммейт. Не, ну мой тиммейт, конечно, жесткий, но, увы, ах, мы, ребятки, эту каточку слили. Данёк, чекпанти. Данёк! Не слил. Конечно же, это я просто плохо играл, а мои тиммейты играли супер хорошо, поэтому мы и слили. Не потому что тиммейты полные боты играют 3-9. Обалдеть. Слушай, ну я как будто отыграл неплохо. А чё катка зависла? А чё за дичь? А, всё. Обалдеть, 22-9, это вообще моя рекордная стата. Ну а прямо сейчас мы перемещаемся в каточку номер 2, надеюсь, там будет подешевле. Ну а прямо в эту секундочку, ребятки, у нас каточка номер 2 на нашем с вами любимом Расте. Ну что, ребята, у меня мощная команда. Смотрите, вот. Ой-ой-ой, осуждаем такой ник. Давайте на А побежим, я думаю, там будет точно кентуха. Давай, полетели. Отловлю. Полетели. И никто не пошел. Я понял. Пацаны, нормально. Так, ну чё, поехали. Тактика пиксель. Ну, естественно. Обонсает маслину. Мид. Выдал. Выдал. Блин, ну почему эти мейты все таки слабы? Обовин чем стол их выиграет? Нормально, забрали Обовина, хорошо. Я микрофон проверял, друзья. Я почти всех забрал. Ё-моё, они просто... Кент прибежал на помощь к тиммейтам. Пошла жара по трубам. А-а-а, нет! П-350 Festal в рэп-стра!
350. Какой? С Frosty House коллекции. Я не помню, сколько он стоит. Мама дорогая. Фух, ребята, справедливость в этом мире все-таки существует. Сюда! О, нет, ну почему начало такое неудачное? Ну почему такие дорогие скины? Первый раунд мы опять слили. У меня команда тупо боты. Братва, ну как вы так плохо играете? Вы серьезно? Собрались и погнали. Так, давайте, чел идет первый. Ох ты, блин, там обовин. Ну, зумы дает. Не, давайте оттуда убежим лучше. Толпа бежит. Толпа тут. Толпа тут. Блин, меня опять-таки вся команда слилась. Минус 3. Камон. Кентуха жив? Меня только этот вопрос интересует. Пока что еще да. Алло. Блин. Пацаны, что за фигня? Минус 4. Что я дал? Я даже ничего не покупаю, обалдеть! Ошалеть! Не, ребят, тут прям жесткий грам. А как играют мои тиммейты? Они играют насколько хорошо, что даже один тиммейт вышел. Да, ребят, ну зашибись, что сказать? Куда флешка мне прям в лицо прилетела, ничего не вижу. Раз. Я выехал за кентухой. А, он на базе сидит, что? Забрали обоину белого там со своим дробашом. Найс, минус аркул. На. Да блин, кентуха постоянно разменивает меня. Мах 10 без скина. Ну, давайте покупать рандомный Мах 10 статрековский. Обалдеть. Покупай рандомный Мах 10. Надеюсь, это будет не Мах 10 руби. Дзинь. 5 галдишки сюда, на базу. Фух, нормально, повезло. Ребят, ну у меня есть большая проблема, то что мои тиммейты, ну как вам сказать, ну прям очень плохо играют. Ну блин, ну как? У них в команде хотя бы есть 3 ютубера, которые точно играют хорошо. Ну у меня в команде, ну вообще габелла какая-то, просто хран отмена. О, нет, я слепой, я слепой, я слепой, я слепой, я слепой, я слепой. Я вообще ничего не вижу, что там происходит? Ой, а! Минус добавен, найс. Надо, 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 брат. Нет, Рик, меня погнали. Опять кентуха погнали, на базе Рик. Сидит в пикселях. Мы даже тащим! Не может быть, ребята! 3 в 3 остались. Там где-то чел. Рикардик, здорово. Натики, натики, натики. Ну как, ну как, ну? Он чел, он просто там, вот, вот там. Так, вот, вот, вот бы нам бы выиграть, было бы неплохо. Аркул, дробаш, фризинг, статрек, нет! Кентуху забрал! Это просто самое затратное видео в истории этих видео. Опять 25! Купил, 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 купил! Блин, ну это просто супер затратное видео, потому что сатрек-версия стоит в 2 раза дороже, чем обычная. Я просто в шоке. Так, ребят, ну плохи дела, плохи дела. Скажу честно, врать не буду, ребят. Ну вот как будто шансы на победу все меньше и меньше с каждой секундой. Особенно с такими супер крутыми тиммейтами. Братва, давай, давайте лучше на план Б пойду, потому что на план А постоянно какая-то заруба. А можно я с глока заберу в этой каточке? Иди на, выходи тихонечко и потом забирай. О, на план Б вообще никого нет. Обалдеть, вообще никого нет. Так, ребят, 3 в 3 остались, зашибись. Мои тиммейты, походу, все-таки умеют играть. Рикардо! КР-12, Еметрик, статрек! Это не Кент. Блин. Да, ой, ну наконец-то забрал Кента. Он возле пачки бегает. Вперед его покупать. Чего? 1575! Рикардо, ты что творишь, голова? Ух, он неадекватный. Так, ну что же, ребята, прямо в эту секунду я начинаю играть. Слушай, у меня тиммейт играет в АДКД. Очень даже хорошо. Все-таки, возможно, мы проиграем не 8-1, а пару раундов еще возьмем. Хотелось бы в это верить. Так, ребят, поехали. Киберспорт, it's my life. А мы же с глока заберем кентух. Дайте мне с глока. Давай, я тоже буду с глока, погнали. Здорово. Хорошо идем. Ну как, точнее шли. А, я один дал килл? То есть нашей команды никто не дал ни единого килла? А, нет, 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 нет. Мама дорогая. А, ой. Ну как? Ну G22N статрек. Кентуха загнан в угол. Где? Найс. Найс. G22N. Чего? О,
нет, ребят, чтобы понимали, мне голдишкой помогал ютубер Хулус. Может, вы его знаете? Поэтому ссылочки на него есть в описании. Он просто красавчик, братик от души. А то так бы меня не хватило бы! Все! Из-за Бовина! Из-за тебя пришлось важных людей напрягать! Все, купил! Да, ребята, это, конечно, супер затратное видео. Я вам скажу честно, я прям не ожидал. Ну это просто весь мой бюджет израсходовался на 100 видео вперед. Так, ну ладно, все, давайте, не расстраиваемся. Взяли М16 и полетели. И полетели, мои маленькие. Флешоньку дал, мужики. Молик дал. Мои маленькие, иди сюда. Видите, я видел. Нет, 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 нет. У кента просто очень плохая тима. Алло, кентуха сидит на мейне. Нет, чел, чел. Мы 4 в одного Рика остались, ура. Так, главное сейчас на Рика не откнуться, потому что я голдишку тратить особо не хочу. Фух, ребят, пошел камбэк. Подождите, я иду кентуху чисто вычислять. Мне нужно сделать один килл, но зато очень важный. Давай, давай. Блин. Это кентуха, давай. А, это не он. Но! Ну, я просто зажал все и даже... А, не, в конце, ладно, нормально. Да! Да! Мы взяли раунд, ура, 5-2, ура! Ура! Ух. Если честно, даже не знаю, хочу ли я камбэчить, потому что если я камбэчу, то значит мы будем играть больше раундов. Если буду играть больше раундов, больше вероятно, что мне опять сольют с какого-то дорогого скина. Я даже не знаю. Ой-ой-ой, попал! Ну как там чел выжил? Там голова отлетит должна была. Так, все, найсик забрали. У нас кто-то есть тут слева, чекайте. А, никого. Слушай, ну как будто... Арткол! Ну как? Первой пулей! О! Вот это я кента только что! Я слака забрал! Идемте покупать фабмы статрек. Фух. Вот единственная хорошая новость за сегодня! Ура! Ну, у меня кот уже плачет из-за того, что я его этот. Он просится из комнаты выйти. Что делать? Выпусти его! Так выпусти его! О, подождите, есть решение вот этого еще. Шашлычок, ой, осуждаем. Обой, ну ты ж. По-моему, подгорел немножко. Есть еще один болик. Так, слушай, давайте попробуем с Авиком поиграть. Вот я с Авиком никогда не играю, но вот как будто чуечка, что с Авика должно вот прям сейчас залететь. Ну прям как будто прям неплохо. Чел, не бей пред экраном! Я полный подписчик, не бегай! Это полный фиаско. У нас просто вся команда на беду. А, Бовин, ну Басикус! Ну блин! Не, ладно, с глоками на самом деле анрильно играть. Просто вся команда бежит ломать кабинеты. Нам в спину зашли, никто даже не понял. P90 Clash! Просто случайно забрали. Ай, блин. Ну блин, там два кентика, двоих уже не представляешь. На нож, на нож. Ай, на ножа хотел! Ура! Ура! Еще раз! Ура! Дешевые скины. Блин, ребята, это просто самое затратное видео в истории затратных видео. Давайте так. Просто как я понял, они уже начали фаниться, потому что они хотят, чтобы я как можно больше купил дорогих скинов. Поэтому они начинают фаниться. Вот сейчас по-любому опять не флешка в лицо прилетит, я уверен. Не, ну у меня тиммейт жесткий, ребят. С таким-то ником. Ребят, ну естественно, он серьез забирает. Красава, братуха. У нас тут десантура жесткая. Алло! Блин. Все, мы сейчас зайдем так в спину, и будет такой эффект неожиданности, так сказать. Ну как будто прям вообще неплохо идем, да? Как будто мы даже... Откамбэчили! И я ничего не купил. Зашибумба! Зашибумба, 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 ребята, ура, 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 ура. Так, все, полетели. Делаю киберспортивно вот так. Дальше киберспортивно вот так. Ну, опять мне флешка прям в лицо прилетела. Ну, сколько можно? Вот так дымка кинем. И вот так хаешечка, чтобы не расслаблялись. Попал, попал, попал. Жестко попал. Там Рикардо! О, нет. Рик! Опа. Найс, ну в нычке блин, кентуха прятался. Найс, ну в нычке шли. Блин, кентуха прятался. Найс. АКР 12 геометрик. Вперед покупать. Не, ну это прикол. Это прикол какой-то. Опять. Опять. Минус 1600. Дзынь. Обалдеть. Мне полтора косаря на палике осталось, вы адекватные. Давай посмотрим моих тиммейтов, на что они способны. Но, к сожалению, ребята, мои тиммейты просто взяли и слились, пацаны. Ну, сегодня явно не ваш день. Так, ну что же, в этом раунде я беру 4-1. И вот так вот закупаюсь просто по фулу, так сказать, ребята. Ну что, мои уважаемые подписчики, я надеюсь, вы готовы выносить кабинеты? Надеюсь, что да. Подожди, а сколько АКР Geometric стоит 100-траковый? Ну, кентуха узнает.
О, видели, там кто сверху был? Он какой-то подсад делает легендарный. Так, если я кого-то забрал, это будет жесткий угар. Я кого-то забрал, я Рики забрал! Он сказал, что ему нравится этот скин, так что все нормально. Да-да-да, он давно его хотел. Оу, ну Кент, говнюк, там же слепо было. Нет! АКР 12 мне край. Все на миду, фул. Там фул пачка. Забрал. Спасибо. Идем тебя покупать. Ну что, ребята, не может быть! Наш последний ластовый скин! Фух, я, конечно, всякое ожидал, но... Ну, блин, только попробуйте в комментариях написать, что я там где-то смухлевал. Просто все идеально выполнил! Все купил! Все, ребят, погнали в катку. Надеюсь... На этом все. Вот я даже не знаю, кого обвинять. То ли я так плохо играю, то ли мои тиммейты полные нубы. Ну камон, ребят, ну как? Ну вот тиммейты вроде нормально. 1-1 скилл, 2-й 7 киллов. Ну он, конечно, чел в последнем месяце плохо играет. Ну у них прям, я не знаю, ну какая-то супер жесткая команда. 3 ютубера и все хорошо играют. Давайте пойдем просто на Б, реально. А то нам миду быстро убьют. Ага, я понял, Данек. Давайте я их отвлеку. Я их отвлеку на миду. Я понял. Сидеть. Я понял, Данечка. Так давайте я еще хаешку по ним закину. Вот так. А, так на Б никого, кстати. И теперь я делаю супер... о нет, походу это слип. Это ластовый раунд, нет! Нет, мама! Нет! На нож! Керамбит, пила! Я нет! Нож! Но! На ножа! Братва! Не обращайте внимания, что такое белый, потому что я вообще забыл про этот керамбит Пелагия. Мне монтажер про него сказал. Все, покупаю. Пацан сказал, пацан сделал, купил, братва. Это полный фиаско, мы слили. Какое же дорогое видео. Братва, после этого вы мне больше не братва. Только сатрековый нож покупай. Это полная фиаско, вы тупо меня разорили. Мне даже не дали фрагмент-бокс с какого-нибудь приста, понимаете? А нам тоже не дали ГГ. Брат, мне в рот дали. Осуждаем. Ладно, мужики, на этой печальной ноте я буду заканчивать это видео. Пожалуйста, прожмите лайк, подпишитесь на мой канал. Можно еще на пацанов подписаться, написать хэштег Абумин перхоть галимая. А еще можно поучаствовать в нашем легендарном розыгрыше, братва уже все знает. Братва, разыграю вам 2000 голдишки. И меня в телеграм-канале. Переходи, подписывайся. Ссылочка в описании, первая ссылочка. Переходим, подписываемся. А у нас лучший конкурс. Все, братва, короче, жду всех в ТГ. У ребят тоже можете поучаствовать. Все, всем пока-пока.